Ты бережешь. Ты что-то делаешь. Я же умела. Давай помогу. Она отойди. Почти не новость, качок. Вот только я. Хвост напал. Хвост. А у него как раз день рождения. Тут не отрывает день рождения, а тут на тебе. Ни хвоста, ни подарков. Фух, ну что они там, заснули, что ли? Фух, это мой дом. А, верно. Ну тогда пойдем. Где ты здесь, кажется? Горшочек и меду. Это его утешит. Пух, можно я тоже? Подарю его. Так вот так раз, обоих. Нет, на обоих, пожалуй, не хватит. Тогда, тогда я подарю ему воздушный шар. У меня еще остался один зеленый, помнишь? Шар? Это подойдет. С воздушным шаром можно кого хочешь утешить. Давай, неси его скорей. А? Лучший подарок, по-моему, нет. Это его отлик сразу пойдет. Даже немножечко чайная ложечка. Это уже хорошо. Ну, а тем более, полный тесла. Но нет, это очень узкий предмет. Всякие вещи здесь видят. А лед? Я никак не пойму, в чем секрет. Лед чистый есть. Тут его сразу нет. Yeah.